Всем привет! И в этом видео я хочу показать обновление моего личного дневника. Что ж, давайте начнем. Значит, обновление мы где-то... Сейчас я... Мы где-то остановились на... вот этой вот странице. Сейчас мы ее перелистнем и посмотрим, что же здесь дальше. Значит, здесь... Какие мы растения учили по окружающему миру, здесь свечивать вот так вот, если, ну, вот так отойти подальше, там будет видно скотч. Это и скотч, это сурепка, а это клевер. То есть вот, дальше здесь такие вот цветочки, это мои самодельные стикеры. Дальше здесь под таким вот, такое, ну, то есть стихотворение такое. Можете поставить на паузу и прочитать. Вот. Здесь цветочки. Вот. Где мой календарь настроения? Я сегодня забыла опять приклеить, да. Сегодня понедельник, и вот почему я снимаю это видео. Дальше здесь... 10 фактов обо мне. Вот. Вот здесь опять же мой самодельный стикер. 5 стикеров тут всякие. Здесь просто вот такие вот там гномики. Вот дальше это было вчера. Здесь под вот этим цветочком здесь такой вот сейчас. Вот здесь вот такой вот, ну, как бы веночек, он каким-то странным образом у меня уменьшается. Вот. Здесь вот эти вот цветочки, там от скотча. Там. У меня просто скотч закончился вчера. И вот что от него осталось, там вот этот скотч тоже это. Скотч, который закончился. Дальше здесь написано куска-куска вперед. Кто там куска это? Ну, там про, ну, на Disney, в общем-то, показывают. Дальше здесь вишенки. Моя семья здесь. Вот, в общем-то, здесь такие вот стикеры они. Дальше здесь просто здесь. Вот здесь вот. Следующее. Это сегодня. Здесь возьми персонажа. Ну, я знаю, у меня такое уже было. Было на вот эту вот страницу. У меня там просто одно осталось и все. И вот, я решила сделать, ну, вдруг там закончится вот это полностью. Вот я сделала вот это вот там, больше персонажей, чем там, что там было, сейчас, 6, а здесь 7 прибавилось. Вот можете прочитать там, написано, Хубальгум, Снежный король, Пупырка, я не стала принцессу писать. Всем понятно, да? Джейк, Финн, Футбол, Марселия. Ну, да. Зеленая тема. Дальше здесь я так вырезала фигурно как-то. Здесь, ну, написано. Ну, это не мой любимый цвет, как бы зеленый, а мой любимый цвет розовый. Я просто взяла вот это вот. Это арбуз, это груша зеленая, это рыба, это кекс, и вот здесь, ну, наоборот, I love кекс. То есть бречка не розовая, я там видела розовая, но зеленая должна быть. Что зеленая тема. А дальше здесь прям приключения, здесь я, ну, не я ела, а мне просто, ну, мой брат дал вот это вот. Твикс. Сейчас я его раскрою. Вот.
здесь баунти, ну просто я тут сделала вот так вот, извиняюсь за посторонние звуки. Здесь написано, сейчас скажу, от баунти шоколад, от твикс шоколад. Здесь написано мини дав. Вот, здесь так вот отбила это и написала здесь. Похоже на, ну, на лэ, как писать английскую, это и. Здесь вот так вот. Ой, сейчас я. Да, вот цветы там разные. Их вырезки. И здесь тоже вот эти вот вырезки. Дальше здесь вот это вот поднимаешь. Сейчас. Вот, там написано конфет. Я просто это сделала, как бы решила сделать. Всем пока. Ну, это было все видео. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Пока.